Идет священник по дороге, смотрит на лугу, мужик траву косит. А на косе у него привязан колокольчик. Он подходит к нему и спрашивает: «Слушай, зачем ты на косу колокольчик повесил?» Он говорит: «Так это я, отче, кошу когда от звона колокольчика, чтобы любая птичка, мышка разбегались, чтобы я не мог их покалечить косою». Он: «А, вот оно что, как ты о земных тварях ты печешься. Ты молодец, за это могу тебе грехи отпустить». «Грешен в чем?» Он: «Да, конечно, отче, я с дочкой хозяйской и это мучу на сеновале». Он: «Ну, отпускаю тебе этот грех. Еще есть в чем признаться?» Он: «Конечно, я еще с хозяйкой грешу, когда дочки нету». Он: «Ну, и это я тебя отпускаю». Он: «А еще в чем признаться?» Он говорит: «А еще я с хозяином мучу, когда мать и дочь на ярмарку в город уезжают». Он говорит: «Слушай, тебе колокольчик не на косу надо было повесить».